Всем привет, делаю обзор двуспальной виллы. Находится она в очень укромном месте, на Пангане. Тут практически нет подобных вилл. Вот. Нахожусь я в санузле. Есть тут душ, отдельная зона для него. Вода не будет растекаться, все в порядке. Достаточно грамотно сделана спальня. Все нравится, есть большая кровать. Есть гладильная доска, зеркало весь рост, кондер, большой шкаф. Вот. И есть даже вот такая вот штучка, куда можно положить вещи для стирки. Заходим в гостиную. Здесь у нас большой диван, большой холодильник, телевизор с плоским экраном, всякие лейсы, принглс и так далее. Это как под отель закос. Здесь у нас хорошо оборудованная кухня, микроволновка, плита, чайник, тостер, много разных ложек, вилок, газ, кстати, видно, да? В общем, кухня хорошо оборудована. Зайдем посмотрим вторую спальню. Здесь у нас кондер, большая кровать, вид на зелень, вида на море нет, к сожалению, и санузел. Санузел сделан грамотно, все в порядке. Так, сейчас посмотрим террасу. Стол, 4 стула и вот такой вот замечательный, симпатичный вид. С вами был Лев из компании Балсуновой.